Тебе не кажется, что 3,5 года назад на Майдане было много странностей? Это долгая тема, это тема отдельной программы. Я очень коротко, сжато скажу так. Я думаю, что сначала Януковича подписали на операцию «Фальшстарт». Мы спускаем пар, и в 2015 году ты выходишь с нужным кандидатом в это самое, а сейчас мы выпустим пар. Кстати, все регионалы, которые были в политраде партии регионов, мне потом подтвердили, что, ну, в общем-то, они все удивились, когда побили студентов. Этого в плане не было.